Журналист BBC задал Маргарите Симонян неудобный вопрос, а был ли у Владимира Путина серьезный соперник на выборах? На что Маргарита Симонян впервые в жизни искренне и абсолютно честно ответила: а зачем? Действительно, зачем Маргарите Симонян кто-то другой, кроме Путина? Пока Путин правит у власти, в жизни Маргариты Симонян все в шоколаде. Большие гонорары, выступления на каналах, видимо, гранты какие-то для ее супруга Тиграна Кесаяна и все, что только пожелает ее душа. Поэтому Маргарита не стесняется в выражениях и предлагает бомбить и скидывать бомбы над Сибирью, отрезать уши, пытать, грабить и избавляться от нацистов в Украине. Я уже давным-давно не удивляюсь. Все пропагандисты в Российской Федерации просто слетели с катушек. Владимир Рудольфович Соловьев, видимо, из-за того, что его домик в итальянской деревне на озеро Кома находится под санкциями, совсем уже озверел. Вчера в своих телепередачах он предлагал уничтожать как можно больше городов Европы и стирать Харьков с лица земли, обесточивать, обескравливать, потому что все нормальные уже выехали. Видимо, многодетному отцу Владимиру Рудольфовичу не на ком больше выместить зло, кроме на тех детках 22 и 23 года рождения, которые вчера пострадали в Харькове. Или Владимир Рудольфович, вероятно, получил очень сильно по шапке за то, что назвал некрасивыми словами жителей Белгорода, а теперь, так сказать, отрабатывает в прямом эфире эту неприятную ситуацию. Меня это уже давным-давно не удивляет. Но почему россияне, нация, которая считает себя, небось, весь какой великой в этом мире, позволяет этим нелюдям говорить от имени всей страны? Доколе вы будете их слушать? Самим-то не противно?